А в Уфе серьезная авария с участием школьного автобуса. Все случилось утром в час пик. Микроавтобус, который вез воспитанников танцевального колледжа, при столкновении с другой машиной опрокинулся на бок. Как говорят очевидцы, пассажиров спасло то, что все были пристегнуты ремнями безопасности. Подросткам пришлось выбираться наружу через аварийные люки. Дети получили ушибы, один учащийся госпитализирован с сотрясением мозга. Авария произошла на перекрестке. Когда автобус совершал левый поворот, в него на полной скорости врезалась иномарка, которая ехала прямо. Инспекторы изучили записи с камер наблюдения, которые запечатлели момент ДТП. Установлено, что водитель микроавтобуса выехал на перекресток на желтый сигнал светофора и, ускоряясь, начал выполнять поворот уже на красный свет.